В современной школе завуч – это прежде всего модератор. Самое главное – это всегда быть в коллективе на одной волне. Любые проблемы, которые возникают в нашем коллективе, решаются коллегиально. И, конечно же, моя задача – по возможности дать максимально эффективные методы решения этих задач. Я думаю, это очень важно. Работа с детьми – это особая часть работы любого завуча, потому что это очень творческий процесс, особенно в нашей школе. У нас существует проект «Малыш-педагог», в ходе которого я и наши учителя обучают учеников к проведению занятий в младших классах. Наши учащиеся не только готовят уроки в реальном времени, но и участвуют в съемках для онлайн-уроков, которые можно в свободном доступе посмотреть в YouTube. В школе ProfiSchool созданы идеальные условия для профессионального роста каждого учителя. Лично для меня это место, где нет предела для саморазвития.